Отличного настроения. И большое спасибо, что проводите это время вместе с 31-м каналом и проектом «Готовимся, Адель». Я же, в свою очередь, обещаю снова для вас подобрать лучшие простые рецепты из доступных ингредиентов, которые не ударят по карману. Теперь у нас все подсчитано. Мы считаем бюджет, калории, ну и, конечно же, время приготовления. Живем в режиме экономном, но и в тонусе, в хорошем настроении и в позитиве. Поэтому я уверена, с таким настроением вы полюбите готовить. По традиции мы готовим три рецепта. Первое – лакомство для малышей. Воздушная запеканка с нежным ванильно-малиновым зефиром. На второе я предлагаю подать очень такие оригинальные жареные хрустящие картофельные блинчики с острой аджикой. Ну а третье блюдо будет самым праздничным. Наурыз козье по моему рецепту. Я думаю, что с таким арсеналом, с таким меню вы можете спокойно уже планировать свой праздничный стол, накрывать дастархан, объединив и ваши семейные рецепты, и наши рецепты из других программ, и сегодняшние блюда. Творожная запеканка с зефиром, банан, молоко, кокосовая стружка, яйцо, сахарная пудра, творог, зефир баян-сулу. А для запеканки сейчас буду сначала, наверное, разобью творог с молоком и яйцами. Можно использовать молоко или сливки, как хотите. Творог тоже может быть любой жирности. А вот яички мы отделяем белки от желтков. Я могу использовать эту же чашку, потому что яйца я помыла содой. И они уже лежали чистыми. Так, добавляем желток один. Никогда не понимала различные гаджеты, приспособления, там пластмассочки для отделения желтков и белков. Мне кажется, самый действенный способ – это вот просто поделиться половиночками и переливать, пока желток сам не отделится от белка. Лишние вообще гаджеты на кухне, честно, не очень люблю. Какие-то такие приспособления, которые якобы облегчают нашу жизнь, но на самом деле их мыть, хранить, покупать для начала. Белки нам пригодятся. Сейчас взбиваем желточки. И как только желтки разошлись, добавляем творог. Вот, мне кажется, этого достаточно. Убираем лишнее. Сразу возьму чашку для взбивания белков. Очень важно, кстати, и температура, когда вы взбиваете яйца, и посуда. Посуда, например, для белков должна быть абсолютно сухой. Теперь для этой массы, я сейчас спешить не буду, для этой массы я приготовлю начинку. Это будет банан, а вы можете приготовить и очищенную грушу, можно использовать яблоко, орехи, вот то, что любите именно вы. Банан нарезаю кубиком. Так как сахара у нас в запеканке будет немного, соответственно, мне кажется, хорошо бы выбрать именно сладкие ингредиенты. А еще в моей запеканке я использую ванильно-малиновый зефир, нежный, мягкий, воздушный, от Баян Сулу. Я тоже его нарежу кубиком. Кстати, знаете, зефир отлично плавится, его можно запекать, его можно растапливать и замораживать. И, между прочим, хорошо бы как-нибудь летом приготовить с этим зефиром Баян Сулу рецепт домашнего пломбира с кусочками зефира. Ну а сегодня я добавляю его в творожную запеканку. И запеканка практически превратится в настоящий десерт. Редкое, фантастическое лакомство.
По сути, это и будет основная наша сладость. Зефир настолько свежий и нежный, что он практически крошится. Но ничего страшного, можно делать кубики покрупнее, и форма не имеет значения. Закидываем. И бананы. Перемешиваем, но не сильно усердно. Бананы должны остаться кусочками. И зефир, он разойдется сейчас. Кусочки отлипнут друг от друга. И у нас получится такая творожная масса, заправленная сладостью. Убираю все лишнее, чтобы пока мне ничего не мешало. Белки я буду взбивать с сахарной пудрой. А еще у меня здесь есть кокосовая стружка. Если у ваших детей нет аллергии и вы сами любите, в принципе, кокосовую стружку, то можете добавить в запеканку еще и кокос. Ну, начинаю взбивать. Хорошо. Взбили. А теперь все просто выливаем в форму. Я, наверное, возьму... Я возьму бумагу для запекания, чтобы потом нам было легче доставать запеканку. Добавляю кокосовую стружку. Еще раз аккуратно перемешиваю. Понимаете, это получается практически творожный торт или какое-то пирожное с зефиром баян-сулу. А вроде все легко, просто, никакой особой возни. И выливаю в форму. А теперь сверху вылью взбитые белки. Запеканку мы готовим при температуре 180 градусов, 35-40 минут. Но следите, если у вашей духовки сильный жар, то запеканка может подгореть. Безе должно запечься приятной такой хрустящей румяной корочкой. А сам творог, то есть творожная масса, должна пропитаться и зефиром, и бананами. И все это должно хорошо-хорошо запечься таким творожным, творожно-сливочным суфле. Отправляем в духовку. Надеюсь, у нас получится. Творожная запеканка с зефиром. Отделить белки от желтков. Желтки смешать с молоком, добавить творог и хорошо взбить массу. Нарезать на мелкие кусочки зефир, баян-сулу и банан. Добавить к творожной массе, перемешать. Выложить творожную массу в форму для запекания. Взбить белки с сахарной пудрой до пышной пены. Добавить кокосовую стружку и всю эту массу вылить на творожную запеканку. Выпекать в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут. Стоимость блюда на 8 порций 890 тенге. Ну а пока мои блюда готовятся, я с удовольствием поделюсь с вами важной информацией. Давайте отметим Наурыз вместе с 31-м каналом. 21 марта в Шымкенте, в Шымкент-Плаза, мы ждем вас для того, чтобы угостить Наурыз Коже, который я приготовлю специально для вас. Кроме этого, развлечения, подарки, сюрпризы и хорошее весеннее настроение. А 22 марта в торгово-развлекательном центре Мегапарк мы также ждем вас ровно в 12 часов на наш праздничный концерт. Естественно, и Наурыз Коже, и подарки, и розыгрыши, и выступления артистов. Эта весна должна пройти яркой, сочной и вместе с 31-м каналом. Мы приготовили запеканку с зефиром и бананами. И пока она готовится, я приступаю ко второму рецепту. Как я и говорила, у нас сегодня еще будут картофельные блины, хрустящие, поджаренные. Ну и не забывайте о том, что мы приготовим главное блюдо праздника Наурыз – Наурыз Коже.
Картофельный блин со жгучей коброй. Соль, перец, картофель, яйцо, масло растительное, кобра жгучая, цинкас. Для этих картофельных блинов это такая простая, но очень яркая, вкусная закуска. Я просто очищу картофель. Натрем его на крупной терке, смешаем с яйцами и пожарим, как оладьи или блинчики. Одним словом, вариант дранников, но только натирается в этом рецепте картофель на крупной терке. Кроме того, не отжимается крахмал и лишний сок. И натираем на крупной терке. Теперь добавляем соль, перец по вкусу. И пока картофель стоит, мы будем взбивать яйца. Картофель действительно совершенно уникальный продукт. Такой универсальный, сытный, вкусный овощ, который сочетается практически с любыми ингредиентами. И с острыми, и сладкими, и с солеными. Картофель можно готовить совершенно разным образом. На пару отваривать, жарить, запекать, печь на углях, на гриле. При этом все время у картошка может получиться совершенно разной. Все зависит от специй или того, что вы даете в прикуску картофеля. Это счастье, что есть такой ингредиент, поэтому, наверное, картофель называют вторым хлебом, а еще из овощей это самый популярный овощ наряду вместе с луком. Лук и картофель. И, ну, казалось бы, простейший рецепт. Очень простые, доступные ингредиенты. А что получается? Получается очень вкусное, действительно, угощение. Оно может даже занять место на праздничном дастархане, почему бы и нет. Так, вливаем яйца. Перемешиваем, чтобы и соль, и перец, все должно разойтись. Вообще, когда картофель зажаривается, к нему надо обязательно какой-нибудь томатный соус или остренькое что-нибудь. Но я в данном случае хочу тоже подать картофель с каким-нибудь томатным или острым соусом, например, с коброй. И сегодня я использую кобру жгучую цинкас. Эта марка вам знакома, ну и вот такой интересный продукт. Уже готовая кобра, как соус, как приправа, а еще ее можно использовать и как маринад. Что входит в состав кобры? Это свежие томаты, свежий стручковый перец, свежий сладкий перец, чеснок, соль и уксус. И несмотря на то, что, конечно, жгучая кобра это такой соус не совсем из здоровой пищи, нужно с ним не переборщить, а немножечко его употреблять. Тем не менее, в этой кобре, так как есть натуральные овощи, естественно, есть и витамины, и минералы. Ну что, пойдемте жарить. Мне кажется, картофель уже достаточно настоялся. Мы можем жарить и горячие хрустящие лепешки сразу попробовать с коброй. Наливаем растительное масло и выкладываем картофель. Сразу равняем его по периметру сковородки. И обжариваем с каждой стороны. Картофельный блин со жгучей коброй. Картофель натереть на крупной терке, добавить соль, перец, яйца взбить и смешать их с картофелем. Разогреть масло на сковороде, выложить картофель тонким блином на сковороду и обжарить с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавать блины с коброй жгучей от цинкас. Стоимость блюда на 4-5 порций 180 тенге. После жарки картофельных блинов я предлагаю сразу навести порядок на кухне. И в этом мне поможет мой талантливый помощник Сиф Крем. Active Лимон. Насыщенный лимонный аромат и самое главное – высокая эффективность. Ведь Сиф Крем универсален. Он легко удаляет любые загрязнения, жирные пятна, мыльный налет, очищает и придает любой поверхности чистый вид. А на кухне теперь у меня просто
стоит аромат лимона. Не будем оставлять уборку на потом. Лучше сразу навести порядок. Чистота и порядок сифом – это легко и просто. И, кстати, посмотрите, сиф есть вот в такой вот удобной, экономичной упаковке. Мы приготовили с вами творожно-зефирную запеканку. Успели уже сделать картофельные блинчики, которые мы подадим с острой коброй. Ну и наш следующий рецепт, как я уже и говорила, в преддверии праздника. Для праздничного дастархана мы будем готовить наурыз коже по моему рецепту. Наурыз коже. Перловка, чечевица, кукуруза, рис, горох, гречка, овес, казы отварные, кефир «Домик в деревне», говяжий бульон, зелень. Давайте сначала немножко истории. Пока порублю зелень, потому что зелень как символ весны, плодородия, все же хочется добавить уже в готовый суп. И немножечко расскажу вам об этом празднике. Наурыз – это не праздник одного дня, это целый месяц. Начинается он с дня весеннего равноденствия и длится целый месяц, подразумевая встречи, игры, мероприятия, застолья, подарки. В это время люди стараются попросить друг у друга прощения, сделать какие-то приятные подарки, оказать внимание, навестить больного, увидеться с теми, с кем давно уже не виделись. И всегда есть повод. Повод – это наурыз. Так вот, этот весенний праздник – символ не только рождения всего живого, не только символ надежд на предстоящий год. Но в нашей стране, мне кажется, это праздник, который объединяет все народы. Потому что если говорить о традиционном блюде, да, это наурыз коже. Но когда все народы Казахстана накрывают стол, и уйгуры, и дунгани, и татары, и, конечно же, казахи, и есть и другие народности, которые просто за компанию, в дань уважения, в знак дружбы отмечают этот Новый год. Русские, украинцы, корейцы, все эти люди, немцы, ну, я даже боюсь кого-то не назвать. Вот все национальности Казахстана дружно отмечают этот праздник. Весна. В душе все поет, цветет, у людей хорошее настроение. Люди начинают что-то готовить, люди начинают преображаться, чаще улыбаться. Наконец-то тепло, у многих отступает хворь. Мне кажется, это действительно такой символичный, важный праздник. Так вот, основным блюдом на этот праздник считается наурыз коже. Причем его нужно не просто один разок поесть, как, знаете, арбуз летом. Это символ и это традиция. А ключевым моментом вообще во всем этом предании, в культуре празднования наурыз является число 7. Поэтому 7 домов нужно посетить 7 раз с рук 7 хозяек, попробовать разное вкусное угощение, лакомство для этого праздника наурыз коже. Многие называют его напитком, но все же считается это больше сытный суп на конине, баранине или говядине. У каждой хозяйки есть свои рецепты, это действительно так. И считается, что в суп входит 7 ингредиентов. Ну, например, вода, соль, мука или лапша, крупа, кисломолочная или молочная, что еще не забыла, курд, как жирная основа считается этого и жирная заправка этого блюда, и само мясо, да, ну вот 7, получается, ингредиентов. А в моем же случае обычно я готовлю наурыз коже из 7 круп. Ну, это можно же тоже хорошо символизировать. Это же, ну, такое угощение, которое вот так вот строго, рецептурно никто никому не запретит готовить или не готовить. У меня 7 круп. Конечно, у меня вода, в которой я варю мясо, и это у нас бульон, мясная основа, сорпа. Потом можно все и мясо также отварное покрошить. Сейчас мы подогреем этот бульон. Далее обязательно крупы, причем я использую 7 круп. Какие любите вы? У меня чечевица, рис, кукуруза, овес, перловка, горох и пшено.
А вы можете использовать также и гречку, если захотите, на ваше усмотрение. И я уже отварила казе. Сегодня я буду для вас готовить в небольшом количестве на урысхожье. Сразу его, наверное, тоже нарежу, подготовлю. Между прочим, это тоже традиционное, можно сказать, атрибутное блюдо тюркских народов. Поэтому, конечно, в такие праздники просто необходимо, чтобы каза присутствовала на столе. Так, пока нарежем вот так вот, подготовим. Ну что, и самое главное, что сегодня войдет на урысхожье, я бы вам хотела рассказать, что я буду заправлять не куртом, хотя очень люблю этот вариант, или иногда добавляю катык. Но вот уже несколько лет я использую для заправки, и моим друзьям и родным нравится, кефир «Домик в деревне». Беру среднюю жирность, и «Домик в деревне» кефирный прекрасно разойдется в бульоне. Это во-первых. Во-вторых, кефир придаст именно такую молочную кислинку самому блюду. Более того, я использую этот кефир во многих блюдах. Это проверенный бренд, который идеально подходит для наурысхожья. При производстве кефира «Домик в деревне» используется, как я уже сказала, свежее молоко, традиционная рецептура и современные технологии, что позволяет сохранить все полезные вещества в самом кефире, и тем самым мы обогащаем наш наурысхожье. Не бойтесь экспериментировать и использовать вместо заправки кефир. Вот такой у меня рецепт. Не первый год уже готовлю, честно, не первый год. Разбавляем прям сорпу, разбавим кефиром. Сейчас я подогрею бульон. Конечно, мы обычно готовим в горячем виде все, но я готовилась для того, чтобы продемонстрировать вам все это. Сейчас подогрею сорпу, добавлю крупы и затем все это мы заправим. Пойдемте. Вливаем бульон. Причем сорпу вы можете отварить традиционным способом. Отборное мясо, можно добавить луковицу, если хотите, морковь, помидор, болгарский перец. То есть от этого мясной бульон приобретает еще и насыщенный такой овощной вкус и оттенок. В этом нет ничего плохого. Но в итоге нам нужна только чистая бульонная процеженная основа. Далее крупы. Итак, пока закипает бульон, я вам немножко расскажу про крупы. Мы их закидываем в той очереди, сколько времени требуется для варки. Ну, например, дольше всего варится горох и перловая крупа. Естественно, закидываем их в первую очередь. Чуть меньше и быстрее варится чечевица и овес. После этого закидываем рис и пшено. И далее кукурузу. Ну, я думаю, каждая хозяйка знает время приготовления того или иного злака или той или иной крупы. Поэтому нет никаких проблем. Некоторые женщины все смешивают и закидывают и томят на медленном огне. Но мне нравится, когда все же есть разнообразие. А вот я знаю, что в Узбекистане готовят на урысхожье, но с машем. Это тоже очень вкусно, и пару раз я готовила на урысхожье с машем. Во-первых, зеленые такие бусинки в прозрачной сорпе очень красиво смотрятся. И маш тоже, как и чечевица, полезен белком. На самом деле на урысхожье это мудрая и полезная пища. Вот ключ всего этого блюда. Ну что, крупы мы промываем и закидываем. Сначала, как я уже сказала, горох, перловку, затем чечевицу, овес, после этого рис и пшено и кукурузу. Но, чтобы ускорить процесс приготовления, можно крупы промыть и замочить ненадолго в прохладной воде. Закидываем мы их потом также по очереди, тем не менее, вода уже немножечко позволит крупам разбухнуть, сделаться помягче, и все они будут вариться еще быстрее. Для приготовления наурысхожье я использую один из главных ингредиентов – воду. Я уже знакомила вас с системой фильтрации Аквафора. Сегодня хочу рассказать о вот таких вот кувшинах Аквафор Прованс. Дело в том, что эти кувшины очень удобны, они всегда под рукой. На даче, в офисе, в квартире, у вас дома вы всегда можете набрать воды, и кувшин Аквафор очистит эту воду от различных примесей, избавит от посторонних вкусов или запахов.
Более того, обеспечит антибактериальную защиту вашей воды. И все это благодаря уникальному по своему свойству материалу «Аквален», который был разработан сотрудниками компании «Аквафор». Безупречно чистая, мягкая вода в этом кувшине благодаря «Аквафор». Как крупы проварились, убираем крышку и добавляем, как я уже говорила, кефир. Вы знаете, мне очень нравится, когда кожье у нас такой мясной и молочный одновременно. И я люблю добавлять кефира побольше. В вашем случае вы можете еще дополнительно заправить куртом и зеленью. Я думаю, что я добавлю где-то 2/3 кефира в суп. Теперь кожье можно разливать, заправлять кусочками казы, добавить отварное мясо, которое мы достали из бульона и мелко порезали, и, конечно же, заправить зеленью. Ну, я думаю, что мы с вами справились. Вот такой у меня простой рецепт, но со своей историей тоже. Наурыз кожье. Зелень измельчить, казы нарезать небольшими кусочками. В готовый говяжий бульон поочередно выложить крупы – горох, перловку, чечевицу, овес, рис, пшено, кукурузу. И варить около 30 минут до готовности круп. Некоторые крупы можно предварительно замочить. Заправить наурыз кожье кефиром «Домик в деревне» и зеленью. При подаче в каждую порцию добавить нарезанное мясо и казы. Стоимость блюда на 6-9 порций – 1660 тенге. Аллергия на животных – это аллергия на их шерсть. Но если кошки и собаки заставляют кого-то чихать, чесаться и вытирать слезы, это потому, что мы не переносим белок, выделяемый организмом животных. Аллергенный белок содержится на всех физиологических выделениях питомца. Частицы белка попадают на шерсть животного, а с ней разносятся по всему дому. Шерсть остается везде, где находится животное, а особенно быстро накапливается на мягкой мебели и коврах. Шерсть легкая и может просто витать в воздухе, постепенно оседать, к примеру, на кухне, на продукты питания. Более того, шерсть легко пристает к одежде и видна на темных тканях, придавая одежде неряшливый вид. Чтобы этого избежать, немецкая компания Thomas разработала для вас специализированную модель Thomas Perfect Air Animal Pure – специальный пылесос для владельцев домашних животных. Для сухой уборки без мешка для пыли. Водяной фильтр Aquabox надежно удерживает пыль, шерсть и аллергены. Фильтрационная система усилена угольным фильтром против запахов и HEPA-фильтром. Благодаря этому вы не только очистите дом от шерсти, но и соберете все мелкие частицы, которые могут являться аллергенами. Дышите легко с Thomas. Все наши блюда готовы. Посмотрите, какая у нас получилась творожно-зефирная запеканка. Сейчас я ее засервирую, и вы увидите, что это настоящее лакомство. А лепешечки или картофельные блинчики я подам со жгучей коброй и сметанкой. Ну и, конечно же, когда будет накрыт дастархан, я непременно угощу всех наурыз кожье. Главным блюдом этого праздника. Теперь я поделилась с вами всеми рецептами, но у меня полезная информация. Милые девушки, если вы старше 18 лет, то принимайте участие в республиканском конкурсе на народный образ Баян-Сулу. Вам нужно зайти на сайт halykbayansulu.kz, и вы можете стать лицом кондитерской компании Баян-Сулу и даже выиграть автомобиль. halykbayansulu.kz. Голосует вся страна. А вам, дорогие друзья, я желаю побед, желаю улыбок, желаю счастья, добра, мира, достатка, сытости. И самое главное, я желаю дружбы народов в нашей многонациональной стране. У нас начинается прекрасный праздничный месяц Наурыз. Приглашайте друг друга к дастархану, готовьте наши рецепты, угощайте друг друга. Если что-то не получилось или если что-то вышло не совсем так, ничего страшного. Главное, ведь вы готовили с душой. Всех с наступающим праздником и не забывайте, отмечайте Наурыз вместе с 31-м каналом. Наурыз Куттубалсын!